Поздно ночью, 25 февраля, в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, сначала на пересечении улицы Советской и Красноместского проспекта пьяный водитель внедорожника «Инфинити» протаранил «Део Нексия» службы такси и попытался скрыться. Там же от его машины отвалился государственный регистрационный знак. Примерно через 300 метров он попал в новое дорожно-транспортное происшествие. Снес ограждение и дорожный знак возле ТЦ «Утюг» на улице Советской. При этом один из обломков повредил капот стоявшего на парковке Volkswagen. После этого, теряя по дороге части корпуса своего авто, лихач проехал чуть менее 7 километров в сторону Новомосковска и был задержан сотрудниками ДПС на территории автозаправки, которая находится напротив кладбища номер 2. Во время беседы с инспекторами водитель не смог внятно объяснить, почему он попытался скрыться и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. В результате ДТП в больницу были доставлены двое пассажиров такси. Сам виновник в аварии не пострадал. Сергей Стариков, Телетула.